Так, Сеня, доски! Сеня! Сеня! Ну тогда звать тебя Ксения! Опоздаешь до 7 вечера, я тебе... Уйди, у меня конец! Чё, мелкая, опаздываем? Пусти меня! Вот и ключик. Я в командировку! 2 месяца не будет! До встречи! Это еще чего? Пока. Я тебя убью! Через 2 месяца приеду и убью тебя! Через 2 месяца увидимся. Ксюша, ты разве не дома? Что? Точно, он Б. Сёма, прием! Мамочка, я здесь. 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 Алёш, ты видела, сколько время? Опять все твои игры, да? Так, значит, опоздала, да? Неси дневник, проверим. А, хорошо, у меня он там наверху остался. Ладно, сходи. Так, где-то тут у меня была замазка. Так, где? Фу! Какие-то хорошие, давай никуда не уходи. Хватит бегать! Попался! Ты чего?
Двойка! Бежать! Теперь ты наказана. Месяц без гаджетов. Месяц будешь выгуливать собаку. И за тобой будет следить твоя сестра. Нет, нет. Сюда, сюда. Не спи на уроке. Домашнее задание сделала? Нет. Завтра тогда сделаешь сегодняшнее и вчерашнее. Так, два тебе. Нет, не стой, пожалуйста. Останься под уроком, пусть идут. А, он опять играет с игроком. Все нормально, доченька. Сейчас он восстановится. Сейчас. Ай, драконица! Стой! Стой, мелкая, как же мне достала своими пранками. Пропал ребенок из семьи. Если увидели, звоните. Ха. То, что надо. Офицер, офицер, идите сюда. Смотрите, смотрите, это же она. И правда? Да. У меня что, в зубах что-то застряло? Стой, девочка, стой! Если что, тут пирожок столовый. Не я взяла. Он сам мне в рот упал. Вот и нет, сестренки. Свобода. Вот, я нашел вашего пропавшего ребенка. Доченька, спасибо. Всегда пожалуйста. Что здесь не моя семья? Эй! До свидания. Хорошего дня. Эй, эй! Не переживай, тебе у нас понравится. Мы очень любим людей. Ведь мы сами ими были когда-то. Да. Ваше «да» звучит как-то угрожающе. У нас закончились продукты. Кто идет со мной? Мы пойдем. Да, я и могу тут посидеть. Пошли, это будет весело. Пап, я представить себе не могла, что будет так тяжело. Да, это нелегко, доченька. Но мы готовились. Что-то вообще происходит. Итак, больной, как у вас свое настроение? А вы что тут делаете? Хватаем еду и бежим! Еду забрали, хоть лайком дайте. Скорее сами туда, если бабушку жалко. И все, готово. Это тебе, мама, длинные ноги. Мне? Какая прелесть. Повешу сюда, на холодильник. Буду любоваться. Мама, смотри, кого мы поймали на фабрике игрушек. Поппи Плейтайм, очередной игрок. Какая прелесть. А пойдем поиграем. Стой! Сейчас. Пап, возьми. Ой, спасибо. А что это? Это игрокопия. Мама, скорее, тут папе плохо. А, он опять играет с игроком. Все нормально, дочь.
доченька. Сейчас он восстановится. Сейчас. В скорую! Позвоните в скорую! Может, правда, в скорую позвонить? Да нет, он так каждый раз. Похоже, на этот раз все серьезно. Он забыл сохраниться! Паника! Скорее неси носки! Тащи носилки! Папа! Я Ксюша, но я из будущего. Я пришла сказать тебе спасибо. Спасибо, что ты меня отдала, то есть мне про Playtime. Теперь я стала киберком-убийцей и пришла за тобой. Что? Нет, Ксюша, прости меня! Я не хотела! Поздно раскаиваться. Прими свою судьбу. А зачем это? Дерни палец. Чего? Дерни палец, говорю! Хорошо. Ничего не происходит? Подожди, сейчас дойдет. Этот смертельный прием еще называют шептуном. Мои глаза слезятся. Беги, беги. Ха, выиграли врага. Считай, победила комната. Теперь она моя. Вот он игрок, минус игрока. Кто забегает? А что я делаю, умывать со своим псом? На тебе два стряпка! Ну-ка, быстро вернитесь! Сын клевит. А ну давай, что ключ встретимся! Так, я... Вот он сам пёс. Живой, живой. Здоров, и невредимый. Еще чихает. Хорош. Пошла туда.